И к новостям спорта. 7 медалей завоевали шахматисты Алтайского края на первенстве Сибири. За последние 5 лет это лучший результат. Играли спортсмены в классические шахматы. Единственное золото нашей команде принесла бейчанка Полина Борисова. Она тренируется под руководством своего отца Алексея Борисова и Александра Труфанова. Серебро завоевал бейчанин Арсений Гайдым. Приятный сюрприз преподнесла Ксения Будаева. В турнире девочек до 11 лет она отлично стартовала, набрав 4,5 очка из 5. Затем последовали 2 обидных поражения. И казалось, что бейчанка останется без награды. Но на финише Ксения сумела одержать 2 победы и заняла 3-е место.